Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим, как чистить ушки собаки. Я чищу из грум или гидрой лосьонами. На самом деле, неважно, какие лосьоны, какие вам бюджетно, какие вам нравятся по запаху, по качеству, в принципе, они все примерно одинаковые. Я обычно из гидры переливаю вот сейчас в маленький тюбик, потому что мне так удобно носить с собой. Значит, что я делаю? Берем обыкновенные ухочистки, открываем тюбик, смачиваем ушную палочку. Я ее обязательно обтираю. Почему? Чтобы лишняя влага ушла, чтобы мы не сильно мокрые чистили ушки палочкой. Оголяем ушко. Ушко у нас видно, вон грязненькое. Видно, вот, да? Потихонечку по всем складочкам собачкиным берем, вытираем эти, вот по всем вот этим вот складочкам собираем, вытираем ушки. Берем также, смачиваем, об краешки обтираем лишнюю влагу. И вот все вот тут складочки все проходим, вытираем. Я это делаю после мытья. Почему? Потому что собачка, во-первых, после мытья попадает какая-то влага. И, во-вторых, мы и можем проследить здоровье собачки, здоровое ли ушко или больное, и убрать лишнюю влагу, если оно там от мытья осталось. Все равно видно, да, по раковине, что осталось что-то. Мы берем спонжик, обыкновенный спонжик. Я также смачиваю не сильно. И протираю ушную раковину. Собираю вот все, что вот где там палочка не дочистила или не добрала. Вот. Грязный спонжик. Вот. Глубоко вниз я не лезу, потому что ушная сера, которая поднимается, мы ее заталкиваем и уплотняем. И происходит закупорка ушного канала. Поэтому сильно глубоко мы не лезем в ушко собачки.